Всем привет! Каждый из вас задумывался о создании своей маленькой киностудии, о создании своего канала за небольшие деньги. И сегодня мы с вами об этом будем говорить. Для начала нам понадобится видеооборудование, с помощью которого мы будем снимать наши видеоролики. Также нам обязательно нужен штатив, с помощью которого мы будем крепить наше видеооборудование. И самое основное – это освещение, а именно softbox. И сегодня мы будем делать его своими руками. Для этого нам понадобится картон, а точнее 4 листа картона, фольга, фольгированный скотч, кисточка и клей ПВА, самоклеющаяся пленка и кошка. Как же без нее? Картон вырезаем такой формы, а края картона подгибаем, и у нас должно выйти 4 таких листа. После мы наносим клей ПВА, потом берем фольгу и проделаем с ней небольшие манипуляции. Потом фольгу клеим на картон, и по итогу должно получиться 4 вот таких вот изделия. Потом нам на помощь приходит Плюша, и мы вместе с ней начинаем с другой стороны картона обклеивать края с помощью фольгированного скотча. Потом все эти изделия я решил склеить обычным скотчем. В результате получилась такая конструкция. Плюше она понравилась. Потом подготовил вот такую деталь. Эту деталь я тоже приклеил обычным скотчем. Потом с помощью самоклеящей пленки мы даем эстетический вид нашему софтбоксу. Вышло довольно неплохое изделие. Дальше нам понадобится ткань, которую используют для теплиц, и двусторонние липучки, и термоклеевой пистолет. Все это мы проклеиваем по всему периметру софтбокса, и получается вот такой вот результат. Теперь нам нужно закрепить софтбокс. Я использовал старый карниз от душевой занавески. Так как он пустой внутри, то я просверлил в нем отверстие и просунул туда кабель. Сам карниз прицепил с помощью стяжек, а регулируя высоту и закрепляюсь с помощью сантехнических держателей для труб. Теперь нам нужна специальная студийная лампа. Я использую лампу на 85 Вт, 5500 Кельвинов. И вот результат нашей работы. Вышел вот такой вот у нас софтбокс. Если вам понравилось видео, ставим лайк, подписываемся. Удачи, всего вам хорошего!